киевское письмо упоминает имя Хамака, то есть имя человека, еврея, иудея из Киева, которого имя было Хамака. Должен сказать, что это имя встречается только в Крыму и на Кавказе, в Дагестане, как еврейское имя. Вот у меня был профессор, где я учился, он профессор Хунукаев. Вот это очень характерный пример, который показывает, что региональные особенности иудейской казахской общины и последующих общин, которые наследовали Хазарии, явно происходит связано с иудейскими общинами Хазарии.